Всем привет! В этом коротком видео я покажу, как воспользоваться шаблоном рамок, чертежных рамок для Word. То есть многие студенты пишут курсовые и частенько спрашивают, нет ли у нас шаблонов для Word, вот этих вот чертежных рамок для оформления курсовых. Теперь такой шаблон есть, я его нашел и покажу, как его установить, чтобы он работал в Word. А вот он, этот файл. Копируем его. И вставляем в следующую папочку. Диск C. Program Files. Microsoft Office. Office 12. Стартап. И вставляем сюда. Теперь смотрим Word. Открываем документ. А выпадает вот такое окно, нажимаем ОК. Если оно выпадает, нажимаем ОК. Вот теперь в Word появилась такая вкладочка «Надстройки». Нажимаем и видим, что здесь появились наши формы. Здесь два варианта форм, на русском и на украинском, поэтому выбирая их, будьте внимательны. Вот если мы наведем, видно в подсказке штамп для листов А4 русские. Давайте выберем. Вот появилась наша рамка. Здесь весь текст можно редактировать. Все это изменить. Номер страниц. Все меняется. Здесь можете набирать все, что у вас там будет в курсовом. Все стандартно. Шрифты здесь тоже можно. Три варианта. Вот здесь подсвечено, какой выбран. Можно сделать такое, либо такое. Какие еще здесь рамки? Вот такая вот рамочка. Вот такая. Ну, это я на украинском выбрал, она есть и на русском. Вот она на русском. Спецификации тоже есть все. То есть на русском, на украинском. Есть боковые вот эти рамочки. Где надо, можете их поставить. Есть номерочки вверху. В общем, все, что нужно для оформления курсового студентам технических вузов, здесь есть. Можете пользоваться. Спасибо за внимание.